Смотри. Красота какая, да? Класс. Блин, что так они понапридумывают, а, в этой игре? Так, ну ладно, пошли к дну морскому попробуем опуститься. Эгэ-эгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами Subnautica, Below Zero или Subnautica, не знаю, в общем, как правильно. Короче, я плыву в сторону затонувшегося вот этого затонул корабль, где, да, где я ставил метку, не ори, блин, на меня. Короче, плыву туда, да, значит, что, мы в прошлой серии с вами сделали этот резак лазерный. Попробуем сейчас полазить в корабле, там что мы там найдем, не знаю. Но там определенно что-то есть. Там дофига чего можно попилить этим лазерным резаком. И возможно что-то даже добыть. Тут какие-то разломы. Но мы тут вроде лазили с вами, фиг его знает. Вот, потому что ну, у меня по сюжету как бы я сейчас завис. Я вообще не знаю куда идти абсолютно. Вот, вы наверное там мне в комментариях-то пишите. Но дело в том, что я уже физически сейчас не нахожусь возле компьютера. Возможно, их даже читаю, но я сейчас, короче, не дома нахожусь. На момент выхода этой серии это уж точно. Вот. А где я нахожусь? Подписывайтесь на мой инстаграм и смотрите. Смотрите, там фоточки я иногда всякие выкладываю. Редко, конечно, но выкладываю. Поэтому подпишись на инстаграм, ссылочка есть в описании. Вот, и узнаешь, где я нахожусь сейчас, в данный момент. Потому что ролики я снимал заранее. Так, и тем временем мы подплыли, короче, к этому кораблю. Где-то тут у нас вход. Там эти вонючие монстры наверху. Так, я где-нибудь здесь заторможу, наверное. И давай пробовать, короче. Блин, не так мне надо было его, знаешь что? Давай я его с жопой вот так поверну. Вот так. Там дело в том, что на жопе можно быстро, короче, зайти и выйти. Вот смотри, сейчас я поймешь мой замысел, видишь? Так, хоп, быстро зашел и все. Так, ну что ж, берем, значит, свою вот эту штуку и пошли. Значит, давай смотреть. Во-первых... Вот я привык с этого входа всегда заплывать. Да, давай смотреть. Вот она, первая дверь. Угу. Берем, значит, резак и пошли распечатывать запечатанную дверь. Ух, отлично. Надеюсь, что мы здесь найдем очень много ништяков, потому что я, говорю, абсолютно не знаю, куда нам дальше идти плыть. Ну, думаю, что что-нибудь мы здесь найдем. Может, хотя бы новые чертежи какие-то, которые нам помогут продвинуться. Ага. Я, походу, просто открыл проход. Да? Я открыл какой-то проходик. Непонятно куда. Так, да, вот здесь где-то тоже нужен был резак. Я помню. Да, вот он здесь. Отлично. У, давай, блин, медленно очень режет. Слушай, ну здесь какая-то фигня должна быть, а? Смотри, это какой-то же атомный генератор, типа, или что-то типа такого. Ладно, ну сейчас я надеюсь, что мы все-таки облазим этот корабль нормально, быстро. Так, взять обломки вместо кораблекрушения. Так, что это я взял? Обломки с места кораблекрушения. Детали собраны на месте крушения. Хм, и нафиг они нужны мне эти обломки. Серьезно, я взял просто обломки. А, вон там еще что-то есть. Блин, кислород не надо тратить. Так, окей, есть еще одна дверь. Давай, режем. Так, я на всякий случай взял с собой побольше батареек. Вот, поэтому все должно быть нормально, все должно бы хватить нам. Так, режется, да, режется потихоньку. Дверь режется, дела мутятся там, как говорится. Давай, так, 90, все, до свидули. Так, еще, видимо, я какой-то проход себе сократил. Да? Тут еще одна дверь. А, ну это то же самое, походу, да? Она не... А, эта дверь, кстати, и не режется нифига. Подожди, это то же самое, походу, да? Или она с одной стороны только может разрезаться? Что-то я не понимаю. В чем прикол? Так, а тут есть что-нибудь? Ничего нету. Ну да, вот эта дверь, видимо, не разрезается, да? Так, окей, и где-то
Блин, это что ли все тут? Блин, темновато, наверное, да? Темновато, так. Я не знаю, это все или не все, чуваки. Вообще не знаю, так. Подожди, ну-ка поплыли сюда. Так, это я выплыву сейчас. Да, к своему этому. Давай краски кислорода хапнем. Я фиг его знает, это все или это не все. Так, кислорода хапнул. Я, наверное, сейчас возьму глайдер и попробую на глайдере быстро все это проскочить. Так, смотри, первым... Это тут... Что-то только что выскочило или мне показалось. Так, смотри, я, значит, поплыл туда, проплыл вот сюда. Ага, вот здесь я был. Я тут обрезал все, да? Да, и тут где-то еще проход такой в потолке. А, во-во-во-во-во. А тут, тут просто закрыто. И, кстати, эти двери не режутся больше. Блин. Да, эти двери нереально разрезать больше. Ну тут где-то, помните, в потолке такой проход был. Я как-то проплыл куда-то и... Там типа секреточки, что-то такое было, но там тоже был, должен был, нужен был резак. Вот я теперь это место не могу найти. Я вот не помню совершенно, где это место. Ну ладно, мы нашли какие-то детали. Это вот где-то вот здесь должно быть, да-да-да-да-да. Это вот где-то вот здесь, по-моему, да? Да, вот тут. Так, плывем, значит, сюда. Что у нас по кислороду? По кислороду все нормально. Главное не нажимать shift. Я вечно нажимаю shift. Да-да-да, вот здесь и тут где-то будет какая-то фигня, которую тоже надо было... А, нет. Не то место, что ли? Не-не-не, там где-то сундук был, который надо было разрезать резаком. Серьезно? Кто это орёт, блин, достали? Не, был определенно где-то какой-то сундук, который типа говорит, его надо резаком типа разрезать. Значит, это не тут. Значит, надо искать где-то еще место какое-то. Блин, а где вот оно? Я совершенно не помню. Ладно, сейчас что-нибудь найдем по-любому. Время есть. Времени вагон и маленькая телега. Так, может, вот тут внизу где-то. Не, ну тут внизу нет. Тут внизу вот этот вот проход сюда. А, вот тут может быть, да? Где-то вот здесь. Так, вот здесь, да, это я место помню. Это я место помню. И все. И больше тут-то нифига, короче. Так, окей. Пошли тогда по этажам, полазим. Что у нас с кислородом? 78%? Ладно, лучше хапнуть. А, блин, я в стекло пытался. Оно тут багуется иногда, и стекла просто не видно становится. Так, сейчас капнем кислорода. Ра-та-та, тра-та-та, все. И сейчас просто по этажам. Вот тут по этажам поплаваем. Надеюсь, что я ничего не пропустил. Так, ну по этажам, смотри, значит, вот этаж. Тут мы дверь с вами сделали, прорубили проход. Это все то же самое, прохода тут нету. Пошли выше, на следующий этаж. Следующий этаж у нас вот как раз таки третий. И, возможно, вот здесь. Но где-то был вроде бы ящик, который надо было резаком разрезать. Или я все-таки туплю, или такого не было. Или я перепутал вот этот реактор с ящиком. Да, вот тут один проход. Тут нифига, тут просто мы выплываем туда же. Да, значит, все-таки вот там, где вот те кувшинки, там надо что-то обыскивать. Так, тут тоже, да, нифига, секретиков никаких в потолке нету. Точно. Отсканировать тут нечего. Тоже точно, как бы, да? Мы тут в прошлый раз все подсканировали. Так, ну получается вот тут, где кувшинки, еще давай все хорошо тогда поизучаем. Получается так, вот эта вот комната, мы знаем, тут дырка одна в потолке, одна в полу. Если в полу, то мы возвращаемся. Так, вот здесь, да, получается мы забрали какие-то детали, непонятно, детали крушения или как-то они что-то так, как-то они там замудрено. Ну ладно, потом, сейчас времени нету их изучать особо. Так. Тут нифига больше, да? Тут больше. Больше так, вот это детали. Второй вот здесь, в данной комнате, второй этаж. Он не играбельный, то есть разрезать я здесь ничего не могу. Оно не режется абсолютно.
Ну и все, собственно, получается. Тут больше ловить нефиг, что ли? Серьезно? Как бы... И все? По сути, ну вот и вниз я спускаюсь. И наверх. Ну да, тут ловить-то больше нефигу, чуваки, прикиньте. Только ради вот этих я деталей сюда плыл. А куда мне эти детали вообще девать? Я взял здесь детали, окей, для чего они? Обломки с места кораблекрушения. Детали собраны для на месте кораблекрушения. Могу их выкинуть? Не, ну я их выкидывать не буду, мало ли. Почему детали именно здесь, в этом корабле, да? Как-то странно, согласись. Согласись-ка. Сосиська, так, ладно. Согласись-ка, сосиська. Так, давай смотреть здесь. Вот, может я здесь что-то еще? Почему я с этой двери попадаю сразу к кувшинке? А, это я книж... Не, подожди, это другой какой-то вход, правильно же? Это тупо другой проход просто, правильно? Да. Да, тут, короче... Ну, все по кругу, короче, вот. Просто я его до этого, видимо, что-то тупил, я его не замечал. Да, мы плывем сюда. Ну, тут ящиков я никаких не вижу. Вот мы плывем сюда, плывем сюда. Ну, все, тут заложен проход, тут туда... Видимо, не попасть. Или можно попасть? Нет, там тоже он завален, он с той стороны. А, вот тут под лестницей. Во-во-во-во-во. Во. Смотри, я нашел. Режьте, я же говорил, я находил какую-то фигню. Во, режу. Разрежьте, чтобы открыть. Ебой. Взять топливный стержень. Чего? Это что, топливный стержень реактор используется для работы ядерных реакторов. Офигенно, а можно его отсканировать? Топливный стержень ядерного реактора? What? Офигенно. Так, это кто, хребеточник? Давай зажарим его. На, держи, все, я его могу сожрать, да, сразу? Так, вода плюс 3, еда плюс 3, нормально. Так, что по кислороду? С кислородом все плохо. Все, валим. А, ну у меня тут есть. Вот, я же говорил, что я видел какой-то ящик все-таки, который надо было разрезать. Я еще удивился, думаю, как это ящик разрезать. Обычно они все открываются просто, а тут оп, какой-то умный такой ящик, и его надо разрезать. Значит, я не тупил, все правильно. Так, ну окей, сейчас подожди, я хотел посмотреть. Этот топливный стержень. А если его выкинуть, допустим, его можно будет отсканировать? Так, подожди. Давай сюда выйдем. Его, я думаю, может его просканировать надо. Сюда я его могу кинуть. О, что я кинул? Эй, забери. Не то, не то, не то, не то. Вот, вот это. Я его просканировать могу? Он не сканируется, прикинь. Он тупо не сканируется. Ладно, окей, так, давай сохранимся. Потому что, так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, все. Там анимация была. Так, окей. Окей. А, что-то нашли. Но это нам никак... Никак не помогает, да? В том плане, что... Ну, ну а что дальше-то делать? Окей, мы нашли какие-то фигни. Ну, а что делать дальше? Так, там наша база. Да иди ты нафиг, блин, клювастый. Так, давайте попробуем поплыть куда-нибудь. Если я не ошибаюсь... Вот в этой стороне, вот в той, вот так, да? Вот так мы плывем. Должна быть здоровая креветина, вот так. И должны, и мы должны приплыть в другой биом. Можем, кстати, попробовать ниже. Сколько? 110 метров, нормально. Мы можем опускаться ниже. Так, вот она, вот эта креветина. Это огромная рыба или это маленькая? Смотри. Ух ты! Вау, это что-то новенькое, смотри, это новый биом. Серьезно, я таких вот кувшинок не видел. Ну-ка, давай выйдем. Да, тут страшно как бы. Таких я кувшинок еще не видел.
Это новый биом или это тот же биом? Где огромные большие киты были или... Или я туплю что-то? Ну-ка, подожди. Давай, садись. А ну-ка, пошли подплывем. А, ну да, это кувшинки. Да, 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 это кувшинки. Вот. Вот здесь, где эти кувшинки, можно будет попробовать поплавать по дну морскому. Может, мало ли, может, мы что-нибудь найдем. Ух ты. Вау. Смотри, что за фигня. Это видишь? Смотри, фиговина какая здоровая. Ага, вон те киты. А вот эту медузу я такой не видал. Фига себе. Пошли ее подсканируем. Офигеть. Так, ладно. Может, что-то новенькое нашли. Так, тебя можно посканировать? Или я ее сканировал? Почему ты не сканируешься, алё, гараж? Блин, а ты не сожрёшь меня? Она не сканируется. Что такое? Да иди ты в баню, блин, там ещё вон одна. Ё-моё, какой-то то ли новый биом нашёл, то ли не новый. Да иди ты нафиг, так, надо отремонтировать. Так, где мой... Ремонтируется, нет? А, ремонтируется, отлично. Надо отремонтировать, а то они бьют меня постоянно, задолбали, блин. Так, отремонтировал. Все, отлично. Все, плывем дальше. Смотри, сколько здесь этих. Ой, я даже фары выключу. Смотри. Красота какая, да? Класс. Блин, что так они понапридумывают, в этой игре? Так, ну ладно, пошли к дну морскому попробуем опуститься. Есть тут что-нибудь интересное или нет? Тут, короче, только кувшинки вот эти кругом. Блин, что-то с фарами не то, да? Они как-то светят странно. А что-то больше мешают, чем светят. Во. Это как бак или что, не знаю. Так, ладно. И я не знаю, тут можно ли что-то отсканировать или нет. Фиг его пойми. Я в ступоре, чуваки. Так, вот там что-то... Так, смотри, во, во, во. Да, как забаговано что-то. О, нифига. Ты слушай, так это другие. Это еще кусок корабля. Серьезно? Это еще кусок корабля. Это какие-то... А, это металлом, наверное, да? А ну-ка, да ну... Ой, я сразу вылез. Странно. Так, это металлолом. Блин, мне бы теперь не спутать. Где металлолом? Так, а металлом вот так выглядит. А обломки с места крушения выглядят иначе. Видал, металлом занимает много места, но я его не буду брать. Слушай, я еще... Вон там кит просто, левиафан здоровенный. Ну ты посмотри, я еще один нашел этот. Ух ты, что за рыбехи? Рыба, рыба-перо. Перо-рыба. А это что, корневище кувшинки? Фига себе, еще что-то новенькое нашел. Так, место формы жизни, корневище кувшинки. Окей, так, рыба-перо, как ее изучить? Рыба-перо, изучись, а. Так, местные формы жизни, давай прочтем. Время написания пока отсутствует. Отлично, блин. Так, вот это что? Запечатанная дверь, разрежьте. Ну, это я люблю. Резать это мое второе имя, давай. Сейчас разрежем. Слушай, офигенно, нашли еще один кусок корабля. То есть, получается, корабль развалился. Только я не понял, как там было написано кусок корабля Авроры. И не может быть Авроры, потому что это как бы вроде происходит, по идее, до Авроры. Насколько мне известно. Нифига себе тут корневище. Так, мне бы теперь тут не заблудиться и... О, отлично. Твородец есть. Так, я теперь тут буду, блин, умирать, изучать этот корабль второй. Так, ладно. Блин, в корабле уже это сколько лет прошло, что сюда? Шинки, а это что такое? Это бак? Я не могу выплыть, чуваки, тут просто светится все, но это на бак похоже. Так, ладно, я понял вас. Давай, смотри, что тут есть еще. Ух ты, блин, это же здоровый этот аквариум. Которую можно поставить у себя на базе.
Да, это же он. Так, какие-то растения, смотри, кругом. Так, оттуда я пришел, да? Да, я оттуда пришел. 30 секунд. А что делать? Ё-моё, а что делать? Тут одна вот эта фигня. И, короче, надо валить отсюда. Давай валим отсюда. Сейчас будем постепенно, потому что 50 секунд, и я не уложусь. Я тупо не уложусь. Я уже заблудился. Я уже не знаю, откуда я пришел. Серьезно. Так, я пришел, по-моему, оттуда. Да, вот-вот-вот-вот-вот оттуда. Короче, валим. Понял, запас жидкости. Да достал, это еще жидкость вонючая, блин. Так, кислород, да, надо эту фигню подогнать, короче, поближе. Фух, давай. Ага, сразу за руль я сел, да? Так, надо понять, кругом. Давай вообще плывем его, да? У меня с собой нету маяков. Как я его потом буду искать? Так, определиться, знаешь, как надо? Смотри, база там, корабль там. Где-то между кораблем и базой. Ну, фиг, это вообще не ориентир. Это вообще ни о чем. Так, ладно, давай его оплывем, попробуем. Ну, наверное, скорее всего, вход один. Да, он, видимо, упал. Так, это что, тоже металлолом или нет? Вот теперь тут столько деталей этих, и фиг пойми, и фиг отличишь ты. Слушай, это какая-то другая рыба, да? Это не пескун. Да, это вообще другая рыбина. Так, ну этот обломок то ли больше, то ли не пойми какой. Сейчас я его оплыву, короче, чтобы его немножко хоть, ну, хоть понять, где он находится. Так, тут еще глубже идет. Он такой какой-то, да? Типа на рогатку похож. Угу. Кругом просто металлолом валяется. Ну, это типа от него запчасти, я так понял. Задумка такая, что от него запчасти кругом валяются. Так, вот это что такое? Не, это просто, я думал, может какая-то панель, тоже ее можно разрезать, но нет. Так, там какой-то хищник. Я не знаю, мы, по-моему, такого мы уже видели. Это, по-моему, те же креветка-монстры эти. Так, ну вроде да, ходов больше я не наблюдаю. Так, металлолом только валяется. Да, он только креветкообразная фигня, короче. Так, тут тоже не видать. Угу, да. Ой, май гад. О май гад, о май гад. Всплывай ты, блин. Так, вот эту рыбу хочу отсканировать. Ты кто такая, Иди сюда, кувшинка, дельфинка. Как там тебя звать-то? Могу отсканировать тебя? Рылохват. Рылохват. Блин, отсканировал. Так, рылохват. Мелкий хищник, которого нет. Оценка, безобидный. Окей, безобидный. Так, мне надо воды выпить. Вода. Вода есть. Так, это что, хребеточник? Еда, это вода, минус один. Ясно. Так, рылохват я изучил. Там еще какой-то биом. Смотри. Там еще биом какой-то начинается. Да, там другой биом, видимо. Я так понимаю. Так, ну ладно, короче. У нас на сегодня задача тогда изучать вот этот вот корабль. И походу мы тут застрянем сейчас. Я не думаю, что мы надолго тут, конечно, застрянем. Потому что что-то... А, вот. Смотри, тут баг какой-то. Возможно, еще один проходик, да? Да, и тут у нас... Очень много чемоданов валяется. Так. Блин, как все зависает. Лишь бы не тут не сдохнуть, короче. Так, надо сохраниться. Ух ты, так сохранился. Погнали смотреть. Разрежьте, смотри, еще резак нужен. Хорошо, что у меня с собой... Так, топливный стержень. Слушай, топливных стержней тут дофигища. Смотри. Ядерный какой-то топливный стержень нужен для ядерного реактора. А где сам ядерный реактор-то взять? Контейнер. Ага, пусто. Герметический ящик с припасами. Пусто. А вы офигели, что ли? Что за фигня? А, просто открыть можно. Взять. Ой, энергия ячейка, нормально. Я так и не понял вот с этим этом. Что с ним делать? Он что-то дает? Нет, не, он ничего не дает. Так, а ты? А ты, рыбина? На. О, он говорит, новый организм. Но это я его просто взял. Блин, плохо видно, да? Надо фонарик использовать.
Так, ну тут с одной стороны заплыл, с другой стороны выплыл. То есть все то же самое. Так, ящик с припасом. Взять предмет. Взять китайский картофель. О, серьезно? А у меня грядки нету, да? А, инвентарь полон. Так, а что мне выкинуть? Нифига, он сколько места занимает. Так, ну я хавать, в принципе, хочу и пить хочу. Давай я вот так вот сделаю. А сейчас мы, короче, это все положим, если что. Ищу китайский картофель. Сейчас я, короче, в свой мореход положу это все. Китайский картофель нашел. Ну, нормально, нормально. Так, тут что у нас? Тут у нас проходит. Так, да, кислорода мало. Блин, вот, кстати. Могу проплыть, нет? Ладно, поплыли, короче. Выложим что-нибудь. Выложим в что-нибудь свой мореход сейчас. Так, где там ящики мои? Ух, жесть. Так, значит, что? Китайский картофель очень много места занимает, кстати. Давай вот эти энергоячейки тоже вытащим. Вот как-то их... Блин, а можно их сортировать? Как-то оно не сортируется, да? А, вот, теперь оно рассортировалось. Так, подожди, подожди. Блин, очень маленький этот, очень мало тут места для хранения. Вау, что там поплыло? Что там падает? Что-то... Вы видали, там что-то упало только что вот так, хоп? Или это глюк какой-то? Это глюк был или что? Что-то упало, я видел. Так, это что такое? Это металлолом. Угу, понятно. Может, это рыба просто проплывала мимо? Я понял. Так, хорошо, давайте кислорода хапаем по полной. Сохранимся, наверное, на всякий случай. И поплыли дальше смотреть. Значит, тут какая-то есть дыра. Что с дырой? С дырой ничего. С дырой тут никак, видимо... А, хотя проплыл. Я проплыл, но тут корни. Подожди, а корни... Можно? Нет. Блин, лишь бы я не забаговался. А, ну я сохранился, хотя что мне бояться. Так, ну нет, короче, видимо... Проплыть не вариант, не варик. Ладно, поплыли дальше. Значит, смотрим по лестнице. Но я так понимаю, что мы должны сейчас вернуться к тому месту. Ага, так, так, так. Так, так, вот по лестнице мы поднялись. Да, и мы приплыли сюда, к какой-то двери. Я так понимаю, мы ее сейчас разрежем. Давай, разрежем. И приплывем, наверное, туда, где тот проход. Ну, по идее, должны открыть как бы напрямую. Блин, батарейки бы хватило теперь еще. Давай. Сейчас кончится в самый неподходящий момент. Вот это бесит больше всего. Сейчас. Так, да, вот. Вот, где вот это вот растение было, да. Мы тут дверь с вами вот эту открыли. Окей, ладно, я понял. Да, вот он этот бассейн, я еще сказал. Так, вот тут мы разрезали дверь и выплыли сюда. Но там тоже зал как бы огромный. Здесь, смотри, можно разрезать. Ой, там... А там грядки, походу, нет? Так, 63 секунды. Блин, успеем начать резать? Нет? Давай. Если что, пойдем хапнем. И сейчас хотя бы батарейку быстро поменяем. Сейчас сзади эта кувшинка должна активироваться. Так, давай, давай быстрее менять. Быстрее хотя бы дверь успеть разрезать. Потом кувшинку хапнем, бежим опять к мореходу. И надо вообще с той стороны попробовать этот... с той стороны... Так, есть, двери разрезал. Все, бежим к кувшинке теперь. Ой, блин, и такое ощущение, что я уже потерялся, чуваки, вот реально. Я уже потерялся. Так, вот одна кувшинка. Не, может я успею, давай. Пошли. Я должен успеть. Должен, так. Смотри. Да это что, это грядки, я же говорю... Наружная грядка, офигенно, наружная. То есть в ней что-то можно выращивать там. Какую-нибудь эту. Так, наружная грядка, ну посмотрим. Ну их, по-моему, и внутри можно ставить. Так, тут еще проход, но я боюсь не успею. Так, ладно, тогда возвращаемся. Кислорода, да, совсем мало. Я должен сейчас плыть сюда. Кувшинку я, наверное, уже не успеваю. Кувшинки, да. Плывем сюда тогда, плывем сюда. И плывем к мореходу. 15 секунд. Не, ну я успею. Я должен успеть. 12. Кислород. Да-да-да, все нормально. Не, я успеваю, все отлично. Все, хорош.
Фух, отлично. Блин, ну грядку нашли. Это тоже офигенно. Слушай, блин, что за жизнь-то тут такая? Тут вообще что-то... Так, давай попробуем к тому входу. Я просто от этого входа хочу подальше отплыть. Нафиг, тут кувшины мне эти достали. Ё-моё, я застрял. Серьезно, а как я отсюда выпасть должен? Так, вот тут еще один вход, видишь? Вот этот вот внизу. А может прям туда на мореходе можно? Слушай, а что я парюсь реально? Тут... Не, ну тут я застрять могу вообще на изи. Ну хотя бы сюда куда-нибудь поближе, что ли, вот так. Вот так, да, давай вот так. Фиксно. Все, пусть он тут стоит, светится. Я что-то не посмотрел, сколько у этого морехода там энергии-то осталось. Ну, хотя у меня ее энергоячеек полно. Так, короче, смотри, выплываем кувшинки.